Сам проект возник в результате вдохновения. Мы долго наблюдали за нашими посетителями и смотрели, как они реагируют на разных животных. Оказалось, что многих животных люди боятся. Мы разделили этих животных на систематические группы и отвели им отдельные выставки. В этом году выставка посвящена амфибиям и рептилиям, а точнее страхам, связанным с ними. Мы попытались выделить у амфибий и рептилий те особенности, которые людей пугают или вызывают недоверие. Так, например, многие считают, что холодная кожа рептилий-амфибий – это признак какой-то враждебности. Язык змей часто считают смертоносным жалом, а многие родители до сих пор пугают своих детей, что если они потрогают лягушку, у них непременно появятся на руках бородавки. Кстати, термин «гады» – это не оскорбление. Долгое время этот термин существовал в науке и использовался для обозначения систематических групп. Его можно видеть в Библии, в систематике Аристотеля или Карла Линнея. Сегодня перекочевал этот термин в ряд оскорблений, так же как змея, гадюка или жаба. Все мы боимся агрессивных животных. Давайте посмотрим, могут ли амфибии и рептилии нас укусить. Для этого в экспозиции представлены черепа животных. Если вы посмотрите поближе на зубы анаконды, то поймете, что у этой змеи, несмотря на то, что это самая крупная змея в мире, нет ядовитых зубов. Все ее зубы примерно одинакового размера. Они необходимы, чтобы удержать добычу и протолкнуть ее в пищевод. Если вы посмотрите на ядовитую змею токарийскую куфию, заметите, что у нее есть удлиненные зубы. Они имеют ядовитые каналы и нужны змее для того, чтобы вводить яд в тело жертвы. Челюсти жабы лишены зубов, то есть она использует для проталкивания добычи не зубы, а собственные глаза. Но есть среди рептилий и довольно опасные виды. Давайте посмотрим на крокодилов. Нильский крокодил, череп сзади, действительно опасен для человека, и есть случаи нападения на людей, так что лучше избегать таких встреч. В отличие от нильского крокодила, гавиал считается безопасным для человека видом, несмотря на то, что на его челюсти может находиться до 110 зубов. Но такие зубы, острые и длинные, предназначены в основном для захвата скользкой пищи – рыбы. Это основная пища гавиала. Многие считают, что змеевидный способ передвижения характерен только для змей. Это не так. Например, крупные безногие ящерицы, в данном случае на выставке представлен желтопузик и веретенница, тоже передвигаются змеевидными движениями. Этих ящериц часто путают со змеями и совершенно зря уничтожают. Отдельный зал мы посвятили ядовитым видам. Но яд может действовать по-разному. Данная витрина посвящена ядовитой защите. У таких животных нет специальных приспособлений для введения яда под кожу. Но на теле многих амфибий есть железы, которые выделяют ядовитые вещества. У наших местных амфибий, например, у серой жабы или у тритонов, такая концентрация яда не опасна для человека и может вызвать лишь раздражение на коже и жжение на слизистых оболочках. А в тропическом лесу обитают уникальные животные – это различные древолазы. Такие лягушки очень ядовиты. Это одни из самых ядовитых позвоночных животных на нашей планете. Так, 1 грамма яда листолаза достаточно для того, чтобы убить несколько тысяч человек. У змей есть прекрасные приспособления для введения яда под кожу. В центре находится самая знаменитая и, в общем-то, распространенная змея в Европе – это обыкновенная гадюка. Ее яд опасен, но случаи смерти от яда гадюки единичны. Но здесь есть еще одна гадюка – это гюрза. Самая ядовитая змея России, хотя она имеет очень узкий ареал. Распространена она только в Дагестане, здесь находится изолированная популяция. Но есть на нашей выставке еще и живой объект.
Это индийская кобра. Зовут его Федор. И Федор здесь находится неспроста. Здесь каждый посетитель может проверить свои страхи, работают они или нет, что может испугать змея, и, в общем-то, проверить, верны ли наши утверждения. Наблюдая за живой змеей, вы можете понаблюдать еще и за своими эмоциями. Посмотрите, боитесь ли вы змей, и что конкретно вас в них пугает. Так вы узнаете много нового не только об амфибиях и рептилиях, но и о себе. Она уже кушала сегодня? Он уже недели три не ел, он недавно линял, поэтому мы его сейчас не кормим в принципе, потому что он, в общем, скорее всего, откажется от пищи. Видите, какой красивый, контрастный. Такой только посредненький бывает. Он у нас, в принципе, почти не раздувает капюшон, но если присмотритесь, есть вот эти знаменитые очки на воротнике, но он иногда спит в таком положении, он разворачивает капюшон и отдыхает. Они раздувают, когда... Вообще-то, да, конечно, но не опасность, а для того, чтобы отпугнуть потенциального врага, также внушительнее смотрится. Выставка будет работать до 7 августа, поэтому добро пожаловать всем, кто готов избавиться от страхов перед животными, в Дарвиновский музей.